Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, Батискаф Титан. Многие сейчас следят за тем, что происходит. Воздух осталось на 1-2 часа. Пишут о том, что по московскому времени 12-14 часов воздух закончится. Собственно говоря, времени спасти нет, получается так. Потому что даже если их найдут сейчас, то поднять аппарат, на это нужно время. Не знаю, получается, что так. Опубликованы звуки стука, который зафиксировал самолет. Самолет, какие-то специальные там у него приблуды, которые, значит, эхолокатор, или как они называются, на большой глубине определяют стук. Но действительно слышно, как будто кто-то методично стучит. Но специалисты говорят, что океан вообще не молчит. И, собственно говоря, там и рыбы могут стучать, издавать какие-то звуки, и стучать что-то может. Поэтому, ну, здесь слышно, да, как будто вот бьют железо, кстати, там, а металл об металл, скажем так, да. Вот послушайте, что интересно вы скажете на этот счет. Эти звуки, собственно говоря, кто-то пишет в комментариях, я сейчас посмотрел в сети, что действительно это звуки, значит, оттуда. Кто-то пишет, что нет. Но вы знаете, даже если представить, что это звуки оттуда, непонятно, откуда они, где они находятся. То есть самолет летит, он берет определенную территорию. Глубина 4 километра. Это вот батискаф этот, который создатель сказал, что он неуязвим. Он находиться может где угодно, там, за какой-то скалой, не знаю, за каким-то... То есть его найти там, это как иголку в стоге сена искать. Поэтому, конечно, это могли стучать они, действительно. И многие склоняются к тому, что действительно стук такого происхождения не природного, скажем так, да. Вероятнее всего, это они стучали. Живы ли они сейчас или нет, не знаю. Мое мнение, что вероятнее всего нет. И, ну, по всей видимости, действительно, здесь их уже живыми не найдут. Вот за 250 тысяч долларов люди купили себе фактически смерть. Друзья, интересно ваше мнение. Что тут, собственно говоря, мнения какие, не знаю, могут быть. Но вот по поводу аудиозаписи пишите ваши комментарии. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочку в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Будда Гришна. Новости в формате 24/7. Успехов, здоровья. Всем пока. До встречи.